Как признаются организаторы, заявок на обучение компьютерной грамотности поступило около сотни. Часть из них пришла от челнинцев, остальные заявки поступили из других городов Татарстана и России. Приоритет, конечно, давался местным жителям трудоспособного возраста, имеющих базовые навыки работы с компьютером. Но за партой можно встретить и уроженца Менделеевска. Среди учеников и Лилия Лутфрахманова, известная челнинская блогерша. Полученные дополнительные знания, признается девушка, будут только на пользу. Создавать сайты мне очень интересно. И в будущем я бы хотела расширить знания и, может быть, работать по этому. Так как я больше времени за компьютером провожу, за интернетом. Для учеников работает трансфер. Их регулярно привозят в IT-парк и отвозят обратно. Занятия рассчитаны на 3 месяца. После Нового года состоится завершение проекта. По плану учеников должны будут трудоустроить, поэтому сейчас активно идут переговоры с предпринимателями. Подготовим всех слушателей курса к одному уровню знаний в области HTML, CSS, ну и вообще в понимании построения интерфейсов веб-страниц. И когда навыки эти будут достаточны, мы сможем приступить уже к изучению навыков программирования PHP и JavaScript. Весной будет набор 2-й группы. Желающим попасть на бесплатные компьютерные занятия организаторы советуют готовиться уже сейчас. Важную роль при отборе играет мотивационное письмо и собеседование. Ксения Антонова, Сергей Вильданов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».